Знакомься, Игорь, твой консультант. Полковник Волков в отставке. И это и есть ваш отдел? Техники больше, чем людей. А у Волкова есть чему поучиться. Это как Джеймса Бонда встретить. Что происходит? Вам жить надоело? Вы зря ищете все ответы в цифровом следе. Их надо искать в жизни. В наше время цифровой след и есть жизнь. Шульц съехал домой. Убийца его догнал. Ну хорошо, Леонтьев, Шульц, ЦРУ, это все в прошлом. Какое это имеет отношение к нашей аварии? Прямое. Закрывайте Гринько! Это мой отдел и мое расследование. Конечно, я ж помню, вы руководитель. Вы здесь первый раз, я просто... Давайте это останется тайной. А вы вообще собирались мне сказать о том, что встречаетесь с Юлей? Мне 30 лет, сколько можно меня контролировать? Я твой отец, я хочу тебя защитить. Игорь Костолевский в многосерийном фильме «Серебряный волк». Премьера с 14 февраля на Первом. А как моя дочь? Как Юля? Да у нее все в порядке. Познакомить?